Всем привет, ребят. Ну что, пришло время потрешивать дальше на китайке. Акции там некоторые у нас обновились. Уже наконец-то у нас продают эмблемку на китайке. За один сам, видите, куча плюшек. И эмблему продают за 3000 самоцветов. По сути, 30к на то, чтобы девятку сделать. Это, конечно, по сути, вон. За кулаки невозможно купить, придется выбивать оттуда. Думаю, скоро будут донатом продавать их здесь. На английском 100% будут продавать без вопросов, на русском, как обычно, зажмут. Позабираю потом попозже плюшки. Мне скинули Марс, спасибо ему, скинул перевод некоторых талантиков. И вот что мне больше всего понравилось, это ремка. И разброс. Вот. Ремка увеличивает атаку на 90 в течение 10 секунд. По сути, на девятке ремка будет вообще как ББшка плюс ремка включаться. Но я считаю, это очень круто будет. Некоторым героям придется, опять же, я уже говорил, менять обратно таланты. Просто качать девятые ремки, когда они будут, ну, рунами. Тоже это будем делать. В общем, надо будет кучу ресурсов. На русском сервере, на китайке еще более-менее можно будет что-то сделать. На русском сервере это мы не сделаем скоро, если у нас не поменяется все. На английском, конечно же, это будет не проблема. Мы это будем делать и тестировать. Так, что еще интересное? Новый талант. При атаке герой каждые 2 секунды получает 80% энергии. По сути, быстрый набор. Для какого героя тоже нужно будет подумать. Сейчас будем пробовать с вами выбивать эти таланты. Плюс увеличивает уклонение на 25. Но будет очень интересно кому-то поставить именно с уклоном. Что еще такого интересного у нас есть? Ну, в принципе, все остальное я вам так более показывал. Больше мне ничего такого, скажем так, интересного с талантиков не попало, не пришлось. Так. Ну, конечно, исцеление будет интересно посмотреть. А, еще и воодушевление. Вот, вспомнил. Воодушевление где-то. Все остальное я вам показал. Сейчас воодушевление найду. Выживание. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Где-то. Что-то я потерял воодушевление. Там, по-моему, увеличение на 40%. Так, ослабление жизни. Ну, просвет, по сути, не нужен. Психощит, конечно, это реально жесть. Кстати, надо попробовать паковать психощиты. Ярость небес, приговор, корка. Блин, потерял. А, вот, генерирует 45 энергии, увеличивает очки жизни на 45. Тоже, в принципе, будет очень-очень круто. Так, окей. А ну-ка, давайте глянем, что у меня тут с психощитами делается. По сути, психощит тоже можно будет ковать. Нужно будет. Ну, конечно, блин, 10 этих камней найти, это реально жесть. Я не знаю, каким образом это будем делать. Ну, хоть появился интерес к фарму, честно скажу. Оу, щит. Ну чё, ребят. Будем это делать, думаю. Посмотрим. Я пока не хочу спешить, потому что мне некоторые таланты важнее будет прокачать. Это просто жесть. Я вам скажу, это жесть. Так, окей. С этим, короче, разобрались мы. В общем, можно будет делать таких имбо-героев. Разрыв между донатом и без донатом будет очень большой. Я об этом уже говорил. Вот я получил новый камень. Наконец-то. Это очень печально. Поехали, попробуем повыбивать новый талантик. Я уже говорил, в прошлый раз я прикупил коробочек. У меня 87 штук. Попробуем выбить новый талантик. Так, ну, карты я тратить не буду. Так, стойкость нафиг. Бег тоже не нужен. Утекаха, ну, тоже не нужна пока что. Просвещение. Сразу так смешно, конечно, 5-9.
5-9, 5-9, 5-9. Ну, с ремками, конечно, это просто круто будет. Особенно если введут девятки. Так, просвет, кого я буду качать? Нового героя мы уже качнули. Сейчас мы просвет, наверное, вцепим. Так, что тут у нас гарпия? Скорее всего, да, сейчас мы цепим гарпию, мы будем ее подкачивать. Возможно, книгами нету смысла это все делать. Так, кто там у нас нуждается в судьбе? Судьбу я тоже хочу прокачать, показать вам некоторых героев. Так, Фрэнки. У меня этих вообще нету, панда. Короче, сейчас возьмем Фрэнки. Фрэнки, череп и гарпия. Пойдем дальше искать талантики. В общем, обнова мне, честно говоря, с одной стороны нравится. С другой стороны, я понимаю, что это полная жопа. Восьмая корка. Пишите, какие таланты вы хотите увидеть в прокачке. Может, новые, там, не знаю, увидеть. Ну, корка, вот восьмая корка у меня уже есть. Так, тыковка. Где наш Фрэнки? Это я его с виду потерял, потому что я хочу судьбу, мне нужны очки. Так, вот он. Бастион, ожог. Поехали дальше. Так, опять бег. Ну, это однозначно идет на гарпию. Наша гарпия. Буду их сегодня качать, и думаю, возможно, завтра вы уже увидите 12 скиллы, если успею, можете сегодня. Так, замедление на огнекрыле, у меня тут одно, по-моему, стоит замедление уже, да, мы вкачали, отлично. Так, еще замедление, кто там у меня? Так, Хикана, Архидемона, Пикаха. Железная воля. Это все для теста надо будет. Поэтому, ребят, сори, но я просто пока выбираю героев, кого куда. Потому что придется очень много перекачивать, переделывать. И надо не ошибиться. Так, Афина. Есть. Вот есть замедление. Такс. Такс. Честно говоря, даже не знаю, Бигфут еще один. Ну-ка, я сейчас гляну по Бигфуту, кстати. Уже использую на этом. Так, тут замедление второй уши есть. Третий. Поставим пока на Арктику. Это. Так, окей, поехали дальше. Стойкость. Ну, стойкость, там увеличение жизни, по сути. Вот разброс, блин, офигенная тема будет. Мы обязательно протестируем. Давайте так, череп у меня с разбросом есть или нету? Череп с ремкой. Замедление, утекание. Выхвойницы вот сюда поставим разброс. С разбросом героям надо будет некоторых собирать. На PvP локации тоже грубая сила. Так, грубая сила. Грубая сила. Можно пока сюда поставить. В общем, я думаю, до Нового года еще, возможно, будет у нас вариант, что нам... Так, Ронин. Ронин у меня, по-моему, здесь уже есть с ожогом, да. Прокачанный. Душек. Найти душегуба. Тоже можно будет его потестить. А, там еще и этот новый талантик тоже, вот вариант, как на душика поставить, но я не знаю, что с этого получится. Так, корка, честно говоря, ремка. Вот ремку тоже, блин, придется теперь ставить, пробовать и так. Так, кто у меня по героям есть на ремку интересный?
Тут до девятки еще, конечно, надо дожить. Я не знаю, сколько мы их будем фармить. Так, вариант, конечно, ремку даже поставить Минотавру. А рунами восьмой пакт тоже будет круто. Так. Ну, тут увеличение урона идет. Так, что у нас тут ожог? Но сюда смысла нету особо ставить ремку. Бигфут, кстати, с ремкой тоже будет неплохой. Ну, как бы он будет убиваться, как и все герои. Самое интересное, что ремку теперь качать можно. Просто жесть, ребят. Честно скажу, я просто в афиге с этих обнов. Именно с такой обновой она просто перевернула опять полностью все. Так, что у нас содержимого? Знаете, ремку даже можно и Фрейя теперь ставить. Фиг его знает, Варлоку поставить. Давайте Варлоку поставим. По сути, будет когда-то девятка, можно будет перекачать. Так, окей, поехали дальше. Ожог. Давайте откроем. У меня здесь в алтаре вообще творится. 97-97. Придется кого-то посливать. Так, вот этого друга сорвем. Знаю ли, вытащу я новый талантик. Так, нужна панда и голем, да? Окей, а панда и голем. Четверка этого оставим. Единичка. Так, вот этих двоих можно слить. Так, мы сегодня нормально там героев перерули. Я сейчас просто их открою, им тоже пятерки поставлю сразу, чтобы не забыть. Так. Голем раз. И... Панда два. Поехали дальше. Так, ну тут по сути сейчас можно ставить любой талант, любому герою, его можно всегда качать. Это в принципе большой плюс прокачки силы даже будет. Так, окей, поехали дальше. Все, не останавливаемся. СУшка нам не нужна. Это нам не надо. Это тоже в принципе не надо. Замедляха, ну замедляха нет, не нужна уже. ЭУ нет. Так, это надо. Так, 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 на кого-то, кого мы будем качать дальше для судьбы. В принципе, можно любому герою кого-то не прокачано, потом докачаем. Вот Нару, кстати, разброс тоже будет очень интересно смотреться.
Так, опять разброс. Блин, ну разброс круто ставить кому-то на PvP локации. Даже той же самой Фредди поставить по приколу разброс. Сейчас придется многих героев просто тупо перекачивать, переделывать. Сейчас, конечно, мы просрём кучу интересных талантов, но, в принципе, как видите, уже начали опять ремка, начали продавать полным ходом все, поэтому жалеть тоже смысла нету. Так, Дед Мороз, красный нос, борода из ваты. Так, ремка, тавр. В принципе, можно попробовать именно тавру поставить. Так, вместо... Давайте вместо железной. Железную можно и рунами поставить. Делаем вот так вот. Сейчас у нас 70% к атаке, ребят, Минотавр. Минотавр с восьмой ремкой. Это жесть. Просто жесть. Так, давайте еще пару коробочек. Не буду затягивать видос. Запишу вам вторую часть отдельно. Потому что длинные видосы. Мне потом сложно рендерить и вам сложно смотреть. Вот так вот разброс. На этом, в принципе, закончим. Ждите следующую серию. Думаю, вам интересно. Будем дальше выбирать таланты, кому что ставить. Все. Всем удачи. Всем пока. Я побежал смотреть премьерку и отвечать вам на вопросы.